Начали немножко, поехали до избы, может натопим баньку, попробуем, приготовим покушать, а вечерком приедем. Вы посмотрите, что у нас уже на реке, мы чуть-чуть пониже вот на реке, там еще лед стоит, а здесь, посмотрите, все открыто, вот и до, можно рыбачить даже на удочку. Не говоря о других снастях. Так что вот как быстро тает все. Вот такие лесные речки. Еще, ну, правда, уже у нас конец марта. Видите, что быстро вода делает. Точит не только лед, но и камни. И вот такая у нас речка уже. Так что ж можно рыбачить и рыбачить. Вот, сейчас мы глянем, посмотрим, что да как. Может быть, и бери лодку, и на лодке можно даже троллить щуку. Вот, так что, такие дела. Вот здесь, по ходу дела, рыбаки тоже останавливаются, потому что здесь есть котелок, стоит на костровище. Курочки. Вот такие дела. Хорошее место здесь. Такой плес неплохой. Можно было бы и зимой рыбачить, когда лед есть. Ну все. Видите, как быстро. Раз-раз. Весна. Красна. Так что здесь и на лодках ходят немного. Такие дела. Вся эта наша красота. Солнышко, небо голубое. Видите, какое все хорошо. Видите, вот тут даже весла есть, рыбачит. Ну, давайте речку, мы пойдем дальше. Которая уже открылась. Льда почти нету. Можно рыбачить на удочку. Можно троллить даже на моторе, можно сказать. Ну, это так, для размышления немножко. А так хорошо. Ну, тут есть кому рыбачить. Местные мужики, рыбаки, охотники ходят, охотятся и рыбачат. Итак, в гости приехали. Нам разрешили немножко поотдыхать. И мы приехали посмотреть другие места, посмотреть, как люди, охотники другие живут, рыбачат, охотятся, и природу показать здешнюю. Все красиво и хорошо. Вот, возвращаясь до избы, ребят, по пути немножко сушняка, дров надо заготовить, чтобы было что-то топить. Просто у хозяев есть свои дрова, но мы тоже не туристы. Мы понимаем, что такое, надо заготовить дров. Берем только сухостой. Больше ничего. Потому что нельзя нам портить лес, природу. А эти сухие деревья, которые гниют, стоят. Вообще-то может быть с какой-то такой правильный, неправильный. Но вроде как бы в лесу без дров тоже не истопишь ничего, газа здесь нет. Видите, мы просто берем почти гнилые деревья, сухие, ими топим баню, печки, обогреваемся. А иначе в лесу без дров не прожить. Вот такая красота. Уже вечер почти. Мы все оставили на берегу. Думали, что это быстро-быстро. Все так время быстро летит, что ничего не успеваешь сделать. Сейчас покушаем, приготовим, может быть, и съездим, проверим,
жерлицы, донки, что поставили, проверим, посмотрим. А так все прекрасно. Добрые вечера, хорошие дни, погода хорошая, отличная сегодня, вообще целый день солнышко, лед тает на снега, на глазах, снег тает, проваливается, даже видно немножко по деревьям, что садится снег. Вот такая природка, дрова заготавливаем. Ребята уже ушли пешком до избы, здесь недалеко. Мы говорим, так, пойдем пока приготовим что-нибудь, поставим, печку затопим. Попробуем сегодня баню натопить, немножко сполоснуться. Зона, двое уже суток в дороге, и здесь сутки на избе, можно сказать. Надо сполоснуться, помыться, если есть возможность такая. Ну, у нас вроде есть такая возможность, у ребят хорошо здесь. Можно и помыться, и отдохнуть. Так что же будем дрова собирать, складывать, везти. На месте их распилим такими длинными бревнышками. Уже на месте возле избы распилим, для того, чтобы здесь уж нам не... времени не терять, а там потихонечку время будет. Вечер длинный, до утра далеко, так же будем пилить. Видите, все слышно, что где-то самолеты летают, где-то я его, правда, не вижу, где-то в стороне немножко, но звук слышен. Вот, где-то вот там он летит, наверное, высоко, далеко, звук идет. Может, и увижу. О, вот он, реактивный самолет, оказывается. Но его вы не увидите. Оказывается, это реактивный самолет. Наверное, истребитель какой-нибудь идет. Ушел все за облака. Не видно его. Вот. Ну ладно, будем собирать дрова, складывать и собираться в путь. Вот, сейчас мы будем складывать дрова в наши сани. Все потихонечку, помаленечку. Все соберем, закрепим и будем складывать потом. Вот такие у нас дрова. Все в санки вылезают, а там распилим, сделаем по размеру. По длине печки. Так что вот такие моменты. Дрова нормальные, пойдут. Нам хороших дров не надо. Потихонечку топятся, дают тепло. Я все сложил дрова, загрузил причиндалы, которые у меня были с собой. Пилу, буры. И поеду дальше в избу. Ребята меня уже там заждались, наверное. Но ничего страшного. Я рядом. Они слышат, что я тут сказал, в принципе, им. Напилю дровишек по пути сухих немножко. Ну, давайте сейчас поедем. Ну что, мы едем. Дрова загружены. Все есть. И поехали в избу.
за водой. Сейчас натопим баньку, сполоснемся немножко и будем отдыхать, как всегда. Природа, красота. Видите, какие облака? На что они похожи? Вы сами не представляете. Три шара получается. Видите? О, как красиво. Вот это небо. Красота. Красота и только. Любуйтесь, смотрите. Дана пришла. Дана. Что-то она опять унюхивает. Дана. Нет, что-то там опять увидела. На той стороне речки. Ну, это речка такая маленькая, которая впадает в ту речку, где мы рыбачим. Дана, смотри. Дана. Что-то все не хочет. Рик, ты помогал Лане тогда переходить, да? Показывал ей дорогу, да? Молодец. Вот он показывал дорогу. Даня, как выйти с льдины. Там вокруг подтаяло на реке. А он прибежал с той стороны, куда Дана зашла, и говорит: иди сюда, Дана. Дана. Рик-то говорил тебе, да? Звал тебя? Ай, молодцы. Ну, идите, побегайте. Давайте мы будем воду набирать. Так, я камеру передаю оператору. Видео будем снимать. Сейчас мы немножко прорубим. Попробуем, если и лед небольшой, то мы прорубим. Сюда. Да, что-то небольшой. Вот. Ой, блин. Вот это, да? Вода появилась. Так что нормально. Конечно, пешлю лучше, чем топором. Хоть и такой мокрый больше. У топора тоже хорошо, когда пешни нету. Да. Нормально. О, ведро влезет. Сейчас будем черпать водичку для баньки, для всех дел. Надо будет нам посуду помыть, когда будем уезжать, чтобы хозяевам оставить баньку чистой, красивой. Домик чистым, красивым. Так что давай будем набирать воду. Так. Ведро надо открыть. Все. Лесная вода самая лучшая, природная. Не то что в трубах наших течет ржавчина. Аж пахнет ржавыми трубами. Ну, это трубы были в старинку. Сейчас все по ПНД трубы ставят. Ну, это менять сразу все не поменяют. Очень много километров наших водопроводных. Так что на всю эту оставшуюся жизнь, наверное, хватит менять нашим внукам еще. Ну что, попробуем черпать. Таким ведром будем черпать. Встану сюда. О, и нормально. Главное, что с карманов ничего не вывалилось. Это иначе будет... Золотую рыбку сейчас поймаем. Окей, да. Вот, зачерпнем, может быть, и поймаем. Вот. Видите, сколько. Водичка. Ох. Хороша вода. Вода чистая. Удивительно. Черпаешь, и она не убавляет. Да, воды много. Правильно, человек подметил. Мы ее черпаем, у нас все. Воды в речке не убавляют. И вот такая матушка природа.
Да, 5-литровые бомбы на горохе. Смысла нету? Я тоже думаю, ну, давай одну, одну может, наберем. Одну. Неправильно чуть установил канистры. Надо было высокие сюда, с горлышком поближе. А эти здесь. Ну ладно, уж что, наберем. И так-то приходится. Вот нам этого надо. На баню хватит? Конечно. Сколько воды? Ну, если не хватит, еще привезу. Добрый вечер, ребята. Вот мы уже на базе. Приехали. Привезли водички в баньку. Сейчас я немножко дров накалю. Чуть-чуть ее затопили, чтобы немного сполоснуться нам с дорожки. Пару чурок еще накалю дров, чтобы у нас было не дрова. В лесу, в принципе, такой же почти деревенский быт. Дрова, вода, печи. Дровишек подвезли для баньки. Сейчас мы еще кольну одну хоть чурочку. Так что вот такие наши рыбацкие прогулки, дела. Так, ладно, пока нам хватит наколотых дров. Все, классно, отдыхаем. Сейчас банечку натопим и пойдем мыться. Так что вот такие дела, пироги. Беру камеру, вам поснимаю еще на видео немножко вечернюю стояночку. Там у нас собачки бегают. Банька, трава, кто-то чем-то занимается, кто-то варит, кушать, ужин. Вот. А у нас получается, что будем дровишки наколол немножко для баньки. Там. Сейчас будем дрова пилить для домика, избушки. Вот такая примерно банька. Такая. Сейчас ее немножко заглянем. Ее в быт нормально. Хорошо. Так, мы думаем, что сполоснемся немного в баньке. Уютно. Вот уже немножко подогрелась. Печечка. Ну, почти как, можно сказать, нормальная баня. Уютная банька. Чистота, порядок. Мы такой же должны чистоту и оставить хозяевам бани. Так что мы это прекрасно знаем, понимаем. Никто не должен за нами убирать, если мы попользовались этими удобствами бесплатно. Как говорится, то и оставь хотя бы чистоту, порядок, чтобы хватило хозяевам. Нет. Гостиницы такого за бесплатно нигде не получишь услуг. А здесь, пожалуйста, лес, тайга. Хорошо, что есть такие ребята, знакомые, которые могут предоставить свои хоромы, баньку, территорию. Вот, да, она тут сидит, охраняет воду. Так что, вот, Дана, как твои дела? Дана, нормально? Хорошо? Да. Ты устала что? Не устала? Ай-яй-яй. Тут летняя беседка такая небольшая, чтобы можно было
лето спокойно вечерком посидеть, отдохнуть. Вот такие уютные места, кресла. Все, можно сказать, оборудовано. Вечерний закат, солнышко. Пойдемте. Это летнее. Собачки ждут, не знаю, что они ждут, входа, выхода, очередь там стоит, Дана первая идет. Даня, ты первая, что ли? Рик второй? Дана, ты первая? Рик второй, ну ладно, пойдем, зайдем в баньку, в избу, называется банька, ну пойдем. Так, кто первый заходит? Дана, ну заходи, Рик второй. Так, подождите. Ребятки, вот, заходите. Первая Дана, Рик второй. Кто-то по старшинству, а кто-то по понятиям. Да. Дана, все, иди на место. Вот, все, Дана пошла. Присела туда под нары. Иди, лук, хорошо. Иди тоже спать. Вот. Рик, да. Давай, тоже иди на место. Иди на место. Вот, молодцы. Все. Дана первая зашла, Рик второй. Все, путем. Ну, у нас тут немножко... Поспали, спальные места, согласно купленным билетам. Дальше же будет все путем. Миша нам тут кашеварит, делает ужин вкусный. Мы его уже не спрашиваем, что будет на ужин. Все будет. Вывесит за дверями список. Стучите ложками. Список выложит. А, выстоит, напишет, что сегодня у нас будет на ужин. Он сам колдует, там что-то в баночку стучит. Это у него национальное. Да, мясо надо порезать пока. А мясо ты режешь? Да. А это... какое мясо? Да, в банке с тушенки, что ли? Ну, тут же кусок мяса. А, ну хорошо. Говядина. А, говядина, да? А. Ты разделил всем, порезал, да, на кусочки? Да не всем. Не всем? Будем по кусочкам. По кусочкам будем кушать. Ну, как? Бульончик. Бульончик. Чуть-чуть мяска. Это все. Черпак у тебя большой? Почему у меня? Черпак, ну, у хозяев. Ну, ты же будешь раскладывать. Большой. Ты же у нас сегодня шеф-повар. Ага. Вот. Ну, застеснялся немножко. Ну, в принципе, вот такой быт в избе. Хорошо. В принципе, красиво, уютно. Уже тепло. Тепло. Ну, вечерком мы включим освещение. Такая здесь печечка, быстро топится, греется, нормально. Главное, что только закинул дрова, чуть-чуть ее коры бросил, и моментально тяга хорошая, затапливается, и тепло, и уютно. Вот такая примерно изба у хозяев. Спасибо им. Мы рады за них, что они могут так хорошо строить, содержать. И дай бог, как говорится, чтобы посетители также держали чисто. И уходя домой, также оставляли чистоту и порядок. Так что пойдем дальше, чуть поснимаем. Вот где-то у нас пилит, жужжит. Ну, все, тут Миша уже готовит вовсю борща. Сейчас будет запах идти. Запах идет уже. С июня только там оставили. Да? А, понятно. Наматывайте все. На деревья. Миша у нас сегодня повар. Это еще не лука, не мясо. А, еще не лука, не мясо? Да. А сейчас еще лук, мясо только будет. Запах. Вообще будет. Классный запах будет. Вкусно все будет. Ну, ладно, пойдем на улицу. Посмотрим, что там на улице у нас стоит. Дрова пилим, заготавливаем, все путем, все хорошо. Ну вот, тут станция небольшая, которая нам свет дает. И наш бульвар, который нас везет с речки и обратно до избы. Все, спасибо. Пилит, заготавливает дрова, товарищ. Все, остальное все путем, хорошо, классно. Вот это банька. И топится тоже. Потихонечку скоро будем
процедуры водные принимать. Вот, спасибо за внимание. Добрый вечер. Просто сели поужинать. Миша нам супец приготовил. Чуть-чуть поели. Вот чуть-чуть такой вечерний отдых. После трудового дня. У нас сейчас еще банька топится. Василий пошел там посмотреть, подложить дровишек. Травенец еще. Так, вот такая у нас изба, вечерний ужин. Вообще классно. Свет есть. Нам больше что надо. Мы отдыхаем. Да, Михаил? Отдыхаем. Жизнь удалась. Да. Все хорошо, что путем. Слушаем музыку небольшую. Баня топится. Сейчас пойдем сполоснемся. А потом приляжем. Завтра хотим пораньше встать. Пойти порыбачить. Сегодня такой клев. Не очень слабоват. Не знаю, в чем причина. Вроде растущая луна. А так все вроде нормально. И что? Нам не привыкать. Мы отдыхаем. Нам главное, что нужно. Отдых. А рыба нам не очень нужна. Так все хорошо, все путем. Не глотай. Вот, все нормально. Привет всем рыбакам-охотникам. Миша, все нормально? Отлично. Слушаем. Отдыхаем. Отлично. Да? Ну, все путем тоже. Так, собаки накормлены. Баня топится. Сейчас скоро пойдем помыться. Немножко всего. Добрый день, вечер. Всем спасибо. Мы еще не прощаемся. Так, будем еще снимать. До сна еще. Она увидела, что Рик покушал сметанку. Трубочки, да. Да, ну ты что, тоже кушать хочешь? А тебе ж давали, звали тебя. Где ты там? Ну-ка выходи, иди, что там гавкаешь? Все, пойдем, тебе дам сейчас. Ну что, Рикуля, покушай? Молодец. Рик поел. Дана, будешь кушать? Кушать будешь? Пошли. Пойдем. Собаки у нас под нарами. Спят на коврах. Да, путем. Как белые люди спят. Ковры персидские. Дана, кушать будешь? Пойдем? Пойдем, я тебя покормлю. Сейчас скоро пойдем отдыхать, спать. Рик кушает, перебирай там посуду. Твои Данка гавкает. Дай мне, дай мне. Ну ладно, все. Пошли, пойдем, Дана, пойдем. Сейчас я тебе пойду. Телефон еще? Хочешь послать? Нет. Сразу YouTube. Я хочу разобраться. Телефоне. Сейчас у супруги телефон поговорим. Вот, ребят, мы поужинали немножко. Расслабились, отдыхаем хорошо. Музыку слушаем. Миша. Миша. Сейчас. А ты про номер говоришь? Я сейчас. Я денег твои про номер сейчас. Это все узнают. Твой номер. Да не мог. Нашел телефон, передал. Позвонил. Сколько рыб сегодня поймал? Сколько сегодня засверлил? Опа-на. А, нету. Сколько засверлил? Сегодня засверлил отверстий-то? Около 50. 50 домов поставил? Да. Что себе у тебя? Комплект. Боекомплект, да? Я просто готовлю. Я никогда столько много ни разу в жизни не закидывал. Ты как автоматчик. Я только лето на перетягу могу столько закинуть. Да. И то не 25 от силы закидывал. У меня одна перетяга. А сегодня 50. 20. Василий 30. Ну, я там пару штук. Да? А, ты все, что булькает, течет везде, палки навтыкал. Понятно, естественно. Ага. Так, помаленечку. Понатыкали донок, жерлиц, тычек. Завтра посмотрим. Сегодня уже не поехали вечером проверять. Что-то подустали немножко. Сверлили. Лед почти под метр где-то местами. Местами по сантиметру 20. Так что промывает уже конкретно. Мы вам показывали видео до этого, что уже даже полностью речка где-то открылась местами. Так что вот такая природное явление. Вроде морозы были, да?
под 30-40. Все вроде замерзло. Под 40 точно было. Все замерзло, вроде как бы думали, что такой лед толстый. А оказывается, совсем быстро-быстро все ушло. Как ее зовут? Наташа? Наташа. Напиши, Миша, Наташа. Ну что, надо пойти баньку подбросить, да? Вася, фонарик не ходил? Дежурный, вон дежурный фонарик. Да. Сейчас пойду, посмотрю баньку, как она топится, сколько там уж температура. В принципе, нам сегодня не париться, так чисто погреться и сполоснуться. Так что, ладно, пойдем проверим баньку. Вот я пошел баньку проверить, подбросить, проверить, сколько там температура. И сейчас посмотрим. Банька у нас топится. Света в баньку не проводили. Чисто на фонариках. И тоже нормально, в принципе. Где у нас там банька? Открываем. Заходим. Проверяем. Ага. О, у нас тут уже все шепчет, уже тепло. О, классно. Значит, и вода уже горячая. О, так вообще уже можно классно идти греться, париться даже. Сейчас я тут, наверное, еще подброшу немножко дровишек для тепла. И вообще будет классно. Так. Да. Или может быть и даже не топить, не подтапливать больше. Больше не бросать, хватит нам на вечер. О, камешки горячие, в принципе тепло. Можно и даже и не подтапливать, я думаю. Вода горячая, о, хватит. Тут тоже горячая. Ну, не знаю, сейчас посмотрю. Может быть, еще пару полешек занесу, брошу на всякий пожарный, чтобы уже точно грело, чтобы было хорошо, приятно. Вот, вот так. Вообще класс. Подтоплю, подброшу пару полешек. И вообще будет отлично. Банька у нас сегодня. Вот. О, какой тут жар хороший. Так классно мужики делают баньки. О, вообще будет отлично банька. Мужики. О, классно. Ух ты, какой жар идет. Вот так. Вот. О, вообще классно. Так, сейчас тебе могу показать. Все, забросили. Ну, все путем. Сейчас через полчасика мы придем, помоемся. Банька натоплена. Вода горячая. Я еще чуть-чуть подбросил печечку дров, потому что она сейчас натопится, у нас вообще будет классно. Вот, пойду мужиков обрадую, что банька почти готова. Венички есть, надо было, конечно, можжевельник нарвать, но что-то мы не остановились для этого дела. Короче, все, банька у нас будет классно. Вот, пойдем дальше. Вот. Еще раз вам покажу вечернюю луну. Так она хорошо, красиво. Вот она, луна светит. Вообще классно. Приятный вечер.
генератор работает, свет нам дает немножко. Пойдем до избы. Ну все, вот я захожу. Все классно. Ребята уже пошли, наверное, отдыхать, прилегли на кровать. Что-то я их не вижу в обзоре. Ну все, ребята прилегли, но вы уже будете спать, да? Будем. Фильм отменяется, да? Не так я же баню, а баня, кстати, готова. Вы не засыпаете? Да мы не спим. Все. Если у вас все нормально, можно в баню идти. Че, пойдем в баню сначала, да? Потом уже, Вася, как ты? Что еще раз? Ну пойдем, все, пошлите в баню. Ну что, Миша, после баньки чаек готов? О. Как помылся в баньке? Классно? Мы вообще попарились. Три раза заходили. Вы нагрелись. Молодцы. Вообще, да? Долго ты нас ждал после баньки, да? Сейчас чаек наливаешь. Че, Вася, ты налил ему чай? Не хватает. Вася, чай будешь пить? Давай, Вася, тогда наливай сразу тоже. Вот сейчас чаек попьем после баньки. Мы тут чуть-чуть фильм смотрим. Такие современные почти. Гайдая. Так что такие фильмы, если помните. Чаек попьем. Пойдем, наверное, отдыхать, да, спать уже. Да. Завтра сколько, Миша, будем вставать? Вася говорит, в 5 не встанем. Почему? Рано очень. 5. Или в 5 встанем, пока разберемся, как раз будет 7, да? Конечно. Нам все. На утренний клев. На утренний клев? Попасть, да. Ну, все, тогда. Успеть рыбу снять. 5 подъем. Новую насадить на живку. Ага. Потом еще снять. А, ну, и вот так, как бы-то. Как комбайн, чтобы работал. Да, без устали. А, понятно. Снимай, насаживай, снимай, насаживай. Ну ладно тогда, так и сделаем. Только на это рассчитывай. Ну что, Миша, после баньки чаек готов? О. Как помылся в баньке? Классно? Мы вообще попарились. Три раза заходили. О, нагрелись. Вообще, да? Долго ты нас ждал после баньки, да? Сейчас чаек наливаешь. Че, Вася, ты налил ему чай? Или не хватает? Вася, чай будешь пить? Давай, Вася, тогда наливай сразу тоже. Вот сейчас чаек попьем после баньки. Мы тут чуть-чуть фильм смотрим. Такие современные почти. Гайдая. Так что такие. Чаек попьем. Пойдем, наверное, отдыхать, да, спать уже. Да. Завтра сколько, Миша, будем вставать? Вася говорит, в 5 не встанем. Почему? Рано очень. 5. Или в 5 встанем, пока разберемся, как раз будет 7, да? Конечно. Нам все. На утренний клев. На утренний клев? Попасть, да. Ну все, тогда. Успеть рыбу снять. 5 подъем. Новую насадить на живку. Ага. Потом еще снять. А, ну, и вот так, как бы-то. Как комбайн, чтобы работал. Да, без устали. А, понятно. Снимай, насаживай, снимай, насаживай. Ну ладно тогда. Так и сделаем. Только еще, да, добрый вечер. Еще какой красный. Вот мы в баньке помылись. Хорошо, сейчас чаек попьем. И пойдем отдыхать. Миша, ты уже на завтра сахар заправляешь? Да. Пойдем отдыхать, спать завтра. Подъем, Миша говорит, в 5 часов утра, да, Миша? Я вас разберу. Пока разберемся, пока что, как раз с семьи до реки доберемся. У нас не сразу река. Река вообще замечательная. Река-то замечательная. От баньки 3 километра надо ехать на снегоходе. Так что время туда тоже уходит.
Ничего, мы не торопимся, мы отдыхаем. Ну что, пойдем, чаек попьем? Обязательно. И пойдем спать? Или пока фильм посмотрим, Гайдая? Ну, можете посмотрим, да, еще. На две табуретки поставим и все. А, ну да. И лежа будем. Будем смотреть, в принципе. Жили. Да. Давай. Посмотрим. Пока-пока, до завтра.